в общем-то, подвигло на то, что, вернувшись в Ставку, он стал готовить, в общем, меры для наведения порядка в стране, прежде всего в Петрограде. Но на фронте фактически, можно сказать, было наведен порядок. Там были митинги запрещены и прочее. Ну, солдаты, в общем-то, ну, я же уже говорил, что там, наверное, процентов на 70 шкурники преобладали. Конечно, их напугать угрозой только смертной казни было не так сложно. Вот. Ну и когда вот это произошло, так называемое, ну это, кстати, вот насчет Корниловского вступления. Корниловский мятеж — это даже не большевистский термин, он мне, конечно, очень понравился. Этот термин придумал Керенский. Конечно, никакого мятежа не было, было выступление. Ведь, собственно, Корнилов просто дал телеграмму там всем, что Родина в опасности, ну вы ее хорошо знаете. Вот. И только на основе этой телеграммы Керенский его отстранил от должности. Вот. А то, что вот там, допустим, перемещение корпуса Крыма 3-го кавалерийского Петрограду, это, во-первых, до сих пор, я считаю, в истории не доказано. Это было плановое просто перемещение корпуса, потому что только что прошла Рижская операция немецкая. Вот, и, естественно, подвижка частей после этого была при дислокации войск. А Керенский со страху принял, что корпус идет на Петроград. Поэтому, в общем-то, это все совсем не так было. Вот. Ну, после ареста последнего, скажем, кадрового главнокомандующего Корнилова, ну, началась полоса для русской армии совсем уже. Это в историю вошло как большевизация Совета или последний уже, в общем, национальный кризис. Это фактически даже совпало с 1 сентября, как раз арестовывали 31 августа. Корнилова препровождает его в город. Но сначала он сидел в Могилеве в Ставке, но поскольку там боялись, что его освободят, его подальше отправили в город Быков, такой маленький городок. Ну, говорит, в Быковскую тюрьму. Ну, Быков вообще-то за штатный город, и тюрьмы свои не имел. Корнилов и другие генералы, все там два десятка человек было, они сидели в бывшей женской гимназии, которая находилась в католическом монастыре. И охрана там была чисто символическая. Поэтому они в любой момент могли уйти, но они ждали суда. Хотели, чтобы, как говорится, доказать свой, в общем, там, патриотизм и так далее. Ну вот, и вот, значит, уже получилось, что к осени самые лучшие патриотические силы, как солдаты, офицеры, генералы, были вымыты из действующей армии. Вначале это вот чистка временного правительства весенняя. Потом уже чистка Теренского, вот это Корниловцев в каждом пункте. Да, там, что самое интересное, это доходило, вот как у нас рапортовали вот, насчет субботников, что уже комиссары временно правительства бегали, и каждый перегонки, как этот аппарат УЮЗа, говорит, вот в нашем корпусе, говорит, Корниловцев не выявлено, или выявлено там 15 человек, а это только за то, что просто человек высказывался там, в общем, патриотическом духе. Вот, не проявил лояльность к районному правительству. Сергей Николаевич, время бежит. Да, я уже подошел к осени. Так вот, ну вот этот вот осенний кризис, в общем, национальный, и это совпало тоже, конечно, ну, страна и армия — единый организм, поэтому, как бы, фронт и тыл, как их не изолируют, они зависят друг от друга. Это коснулось, конечно, уже окончательной армии. Уже пошла так называемая сплошная большевизация солдатских комитетов. Ну, она, конечно, на фронтах, которые были более всего развалены теми же большевиками, там она, естественно, и успешнее была. От чего это зависело? От близости к этим вот основным большевистским центрам. Москва, Петроград и так далее. Не обязательно, что это пролетарские. Главное, где в основном вели работу большевики. Потому что на более дальних фронтах, румынские, скажем, юго-запад и кавказские, которые отделены были национальными регионами, там дисциплина еще как-то держалась. Вот. Ну, как мы все знаем, вот последняя, так сказать, вспышка патриотизма, но это уже была не армия, а флот, это Манзурское сражение. 29 сентября началось, немцы, это вторая часть Рижской операции, уже морская операция «Альбион». Это последний, как говорится, действительно подвиг уже умирающей, гибнущей русской армии, это Балтийский флот был, который, в общем, показал массовый героизм, не хуже, как на флоте, как русско-японской. Но это было уже поздно. 25 октября, как мы знаем, власть захватили большевики, и дальше они стали засылать, значит, своих комиссаров уже, хотя, ну, троевластью, по сути, еще было власть в армии.
Они меняли комиссаров временных правительств на своих. Но, как правило, опять-таки, это из своих же мест, из большевиков назначали. Из Питера редко кого присылали, но из своих. Ну, да. Теперь насчет, что творилось в Ставке Верховного командующего. Поскольку, я немножко опять-таки возвращаюсь назад, после ареста Корнилова, Керенский никак не мог найти подходящего генерала на пост Верховного командующего, но остановился на своей кандидатуре. Ну, хотя он ни дня не служил в армии, но, видимо, посчитал, что он прекрасный Верховный командующий. Таким образом, Керенский вот эти два месяца был Верховным командующим. Но, когда он пустился в бега, то закону должен стать временно исполняющим обязанности Верховного командующего начальник штаба. Начальник штаба Ставки был тогда генерал Духонин. Да, это не очень, может, известно, но вот прославившись вот тем, что фактически это была первая жертва октября. Зверски был убит матросами. Ну, опять-таки, по версиям, с одной стороны, что за то, что выпустил Корнилова своим приказом, а с другой стороны, что, в общем-то, это провокация нового главковерха Крыленко. Но это к этому вернусь. Так вот, Духонин с 3 ноября вступил в исполняющую должность Верховного командующего. И вот, ну, как говорится, армия пока была оставлена действующими большевиками. У них были свои проблемы в Москве, в Питере, там восстание юнкеров, в Москве еще там не все так, как говорится, затихло. И поэтому только 9 ноября, вот, прошло, даже 25-го, наверное, в старом стиле считали, даже 25 октября, 9 ноября, наконец большевики вспомнили об армии. А как вспомнили? Значит, 26-го, как мы знаем, первый декрет советской власти какой был? Декрет о мире. Но это было, как говорится, призыв в пустоту. Ни союзники, ни немцы на это вообще никто не отреагировал. А на фронте солдаты были просто сбиты с толку. Значит, продолжать революционную войну, раз власти большевики, все против германского милитаризма, империализма. Как же. Или вот декрет о мире, так он ни о чем, так сказать, конкретно не говорил. Ну и вот, наконец, 9 ноября Ленин обращается по радио, по этому аппарату ЮЗАТ, в Духонин, говорит, давайте немедленно вступайте в переговоры с немцами и так далее, и так далее. Тут говорит, ну, вообще, говорит, я не понимаю, вы из себя никого не представляете, вы захватчик, так и скажем, и так далее. Я все-таки командующий, так сказать, русской армией, вот, я не могу так это сделать, это губит армию и все. Ну, в общем, это пререкание, говорит, не буду. Короче, Ленин сказал, будет отстранены, но до прибытия нового главковерха будете исполнять обязанности. Вот. А новый главковерх – это ни много ни мало прапорщик Крыленко. Вот. Ну, поскольку прапорщик туда сразу тоже попасть не смог, вот, он только 20-го прибыл ноября туда. Ну, естественно, вместо того, чтобы передачу дел осуществить, Духонин был зверски убит. Ну, это уже тема другого разговора. И, значит, что творилось, в общем, до прибытия Крыленко вот за эту неделю сами, значит, с 9 по 20 ноября. Ленин тогда через голову уже Духонин обратился по радио к солдатам, радиотелеграфу, в общем, там всем. Поскольку уже все аппараты ЮЗа контролировали в основном большевистские комиссары, где как, вот, солдатам стало известно, что же Ленин предложил. Вот у него собрание сочинений есть этот призыв. Пусть полки, стоящие на позиции, немедленно вступают в переговоры с противником, заключают отдельные, говорит, локальные солдатские миры. Вот. И я Совет народных комиссаров дает вам права на это. Ну, солдатам, конечно, как-то странно было выполнять несвойственные функции. Им надо стрелять, а не быть этими дипломатами. Но, тем не менее, сначала один полк, другой, дивизия, корпус стали заключать локальные перемирия. И вообще фронт превратился в решето. Где-то там идут еще перестрелки, а где-то уже братания. Вот. Ну, наконец, 20-го все было кончено, ставка захвачена большевиками, Духонин убит, и тогда уже Крыленко от имени совнаркома вступил уже в Брест-Литовске в переговоры с немцами, и перемирие было продлено, заключено до 2 декабря, значит, переговоры велись 20 ноября по 2 декабря, и 2 было заключено соглашение на 3 месяца. Вот. Теперь что было за это время в действующей армии, я уже ближе к делу кончаю. Вот. Пока было перемирие. Значит, за это время началась демобилизация. Вот.
Поскольку это требовали солдаты, дескать, нет войны, то надо демобилизовываться. Но надо дать, кстати, большевикам должное. Они сделали ее не обвальную, а по срокам призыва, а не по времени пребывания на фронте. Это было более грамотно, видимо, подсказали военспецы все-таки. Вот. Ну, она была полномерной по годам и все. Ну, вообще, кстати, большевики поначалу, у них не было, по-моему, плана избавиться от армии, ликвидировать. Их хотели преобразовать, обольшевичить, как бы так сказать. Поскольку Ленин, так сказать, ну, хвастал, когда говорил, вот к октябрю-ноябрю армия была уже наполовину большевистской, а на других фронтах, значит, было время отвоевать солдату эсеровской партии. Примерно так он говорил. Но это был полный, так скажем, миф. Почему? Потому что, во-первых, если посмотреть выборы в учредительное собрание, а как раз они в ноябре в армии-то и проходили, большевики, тут, кстати, этой цифры нигде никогда не было. Я решил подсчитать по головам. В общем, если в армии было 7 миллионов, ну, грубо говоря, миллион не участвовал, у нас тоже на выборы не все ходят. Вот, где-то, кстати, процент солдат, участвующих в выборах, был очень высок, где-то около 80%, это нормально. Так вот, из всей действующей армии, в процентном отношении я перевел в проценты, чтобы было проще, значит, 38% проголосовало за большевиков, остальные за другие партии, в основном за эсеров. Вот. И таким образом, когда, естественно, Ленину такие цифры стали известны, такой хотя бы процент, он понял, что армию приручить как-то реорганизовать нельзя. И он взял курс на ее демобилизацию и полную ликвидацию. Это в условиях еще войны, и перемирия это не имел еще, войны с Германией, и в условиях вот, в общем, такого еще и таяния вооруженных сил. Теперь, помимо вот этой демобилизации, ну, сначала такой небольшой, более старых, там, старые возраста лидеры большевики еще провели так называемую заключительный этап, как они говорили, демократизации. А что такое демократизация? Значит, приказ номер один – это начало, например, создание комитета. А высший, так сказать, пилотаж, ну, так сказать, пилот уже маразма, это было то, что солдат призывает, значит, собирать собрание полковое и выбирать себе командира полка. Причем можно самого захудалого солдата, который только вчера с маршевой роты прибыл. Ради бога, если за него проголосует, допустим, 50% плюс один голос, как говорят. Ну, я не знаю, какой там процент был, я примерно говорю. Вот, это уже просто до маразма. Изгонялись лучшие офицеры из армии и так далее. В общем, армия просто теряла, теряла управление. А в условиях вот этих локальных миров, это вот как бы решета, это все. Немцы уже ходили по нашим позициям. Братания выродилась уже, никаких там потуг на какую-то революционную пропаганду и не было. Она выродилась уже в совместное пьянство, меновую торговлю. И, в общем, уже ничего хорошего не было. Уже солдаты военным имуществом торговали, да, не только хлебом. Вот. Вот примерно это было так. Да, теперь попытки у большевиков из старой армии, в общем, солдат старой армии, значит, сделать добровольческую красную, записать. Ну, как мы знаем, что я говорил еще летом, Брусилов предпринял попытку создать батальоны смерти, в общем, добровольческую армию. Так вот, по разным сведениям, этих батальонов численно было около 800 тысяч, это из 7-миллионной армии. Это достаточно много. Вот. Ну, большевики в ноябре эти батальоны расформировали. Теперь, когда большевики кинули клич записываться в Красную армию, туда записался, я тоже почитал, это очень интересная цифра. Значит, если армия была на февральскую революцию, да, вернее, какой, например, уже на октябрьскую, на 25 октября, на октябрьский переворот, там было 7 миллионов с хвостиком, там 7 миллионов, что-то 60 тысяч. Вот, так туда записалось 73 тысячи человек, это значит, ну, два корпуса можно, значит, 1%. Если у Брусилова, грубо говоря, там хотя бы 10-12%, то 1%. Вот. Причем и этот-то 1%, это были в основном-то не какие-то там революционные, так сказать, настроенные граждане, это были шкурники. Почему? Потому что когда создавали вот эти отряды революционные, Красной армии, их посылали в тыл на подавление, скажем, ну, допустим, там, Каледина на Дону, там еще и так далее. Ну, вот очаги, как они говорили, ну, я бы сказал, восстания антибольшевистских.
Вот. А они под видом этого часто либо разбегались, эти, так сказать, красноармейцы, так сказать, будущие добровольцы, либо, выполнив задание, естественно, на фронт не возвращались, потому что прекрасно понимали, если сбросят большевиков, то тогда война-то может быть до 20-го года и так далее, все убили. Поэтому и этот 1% или 70 тысяч, это, в общем-то, далеко не преданные большевикам войска. Вот. Ну, дальше, в заключение, что можно сказать? При такой системе армия действительно уже фактически 23 февралю, это дню начала немецкого, ну, это 18 февраля, 23 это, так сказать, другая цифра. 18 февраля, когда немцы, как они говорили, нарушили это условие перемирия, ну, во-первых, они, я не сказал, что нарушили, срок кончился уже, большевики никакие там переговоры там не шли, затягивали, срывали, вот, в лице Троцкого и так далее, Дивини, видимо, он поддакивал, а потом он отрекся от этого. В общем, короче, армия к моменту, когда так называемое наступление было, а я могу в двух словах сказать, что это было, это даже не наступление, это колонны такие по 60-100 человек вдоль дорог шоссейных шли и просто захватывали вот, без боя. Почему? Потому что остатки армии, это уже завеса, как я сказал, бежала просто. Например, когда Минск немцы вошли, они захватили врасплох даже штаб фронта, там был штаб Западного фронта. Двинцы захватили, штаб 5-й армии был. Ну, наши успели взорвать мосты перед тем, как там дисциплина получше была. Но вообще армии никакой не было. И в плен к немцам практически никто не попадал. Почему? Потому что просто они приходили, допустим, в городок какой-то на станцию, а там уже наших войск не было. Вот. Все были отведены вообще-то в тыловой район. Вот. Ну, например, некоторые армии там в Рыбинске, вот я знаю, 12-я, в Ярославле, 5-я, демобилизованность и так далее. Другое дело, сказались отрезанные от основной России другие фронты, где через Украину проходила, и Кавказский фронт через вот это, Кавказе. Это другое дело. Но вот здесь, где наступали немцы, они наступали на своем участке, значит, северный и западный, там было вот так. И вот эти вот так называемые, это, мы знаем такое полотно, там 5 художников, я их не помню всех, оно до сих пор висит в Музее вооруженных сил центральном у нас. И называется оно с таким длинным названием «Контратака советских войск под Псковом там, в феврале 18 года». Ну, более под коротким названием в народе известное как «Разделение Красной Армии». И вот там показана такая сцена, там рукопашная, вся кровь, там немец уткнувшийся в снег, весь в крови и так далее. Ну, ничего, конечно, этого не было. В общем, армии уже не было, ее остатки демобилизовались, как я говорю, в глубоком тылу. И 3 марта большевики подписали Брестский мир. Ну, по Брестскому миру, как мы знаем, было запрещено создавать новые вооруженные силы. Но мы знаем, декрет о Красной армии был еще в январе принят, но она была только на бумаге. И вот старую армию они так использовать не смогли, она просто умерла. Просто ее не стало. Как Ленин хвалился, говорит, мы от нее не оставили камня на камне, в этом святая правда, вот в чем он действительно прав был. Как камня на камне не осталось. Вот. И весной, когда уже начались первые антибольшевистские восстания, они столкнулись с тем, что вот этими красногвардейцами, то, как говорится, дырки не заткнешь. И поэтому летом 18 года, несмотря на запрет немцев по условиям Брестского мира, им пришлось ввести принудительный призыв, в общем-то. Ну, ввести, короче, всеобщую воинскую повинность как до революции. В общем, Красная армия, конечно, стала расти как на дрожжах, как путем вот, насильственных наборов. Вот. Но от старой армии осталось совершенно. И они ее и не использовали. Но единственное, вот эти вот военные специалисты, кто-то сам пошел, ну, 90, конечно, процентов по мобилизации опять-таки в Красной армии и так далее. Ну вот все, что от старой армии было, кануло в лето, к сожалению. И вот эти вот все усилия наши в Первой мировой войне, все подвиги, вот эти сотни тысяч, не миллионы, хоть не миллионы убитых, все это, как говорится, пошло прахом. С этим воспользовались просто союзники на, сейчас будет как раз юбилей Версальской конференции, мы там просто не участвовали, с нами не считались, ну, не с нами, а с ними. Вот, ну, на этом такой ноте я и закончу. Спасибо, спасибо. Ну вот мы выслушали хронику, как все это происходило из месяца в месяц. Теперь, наверное, вопросы. Вопросы? Пожалуйста. Саша, скажите, пожалуйста, вот называйте, пожалуйста, себя. Называйте, пожалуйста. Горянин Александр Борисович. На Кавказском фронте в 17 году, вот по книге «Кавказский фронт», забыл автора этого, бывший генерал,
в 20-е годы выпустил. Мы знаем, что корпус Баратова был... Масловский? Нет. Ну, не помню. Был, например, в 100 верстах от Багдада и Масула, наступая из Персии. Вы говорите, что там разложение не достигло такого размаха. По чьему-то приказу было там наступление остановлено или само собой остановилось? Это, да, это же могло изменить весь ход мировой войны, захват масульских нефтепромыслов. Ну, я сейчас объясню. Вообще за этой операции платился Дозовский Юденич. В общем-то, если вот говорить о том, кто такой Юденич, то это, пожалуй, вот эта тройка вот полководцев величайших вот наших Первой мировой, это Брусилов, Плеве и Юденич. Ну, Плеве умер, к сожалению, в 16-м году, поэтому мало кто он знает, но он сдерживал немцев одних, и вот эта вот линия фронта, которая установилась после вот немецкого наступления 15-го года, она продержалась фактически до февраля 18-го, в общем, когда уже такая, вот эти позиции, вот больше такой Плеве был. Теперь о Юдениче. Значит, это наступление приостановил сам Юденич. Из-за чего? Англичане обещали нам снабдить нас боеприпасами, там с водой плохо, с продовольствием было и так далее. Начались вот эти еще сначала весенние вот эти вот дожди, там распутиться, а потом жуткая жара, малярия. Наши солдаты, в основном там, конечно, казаки, кубанские, терские были, ну и пехота, в общем-то, из средней, так сказать, полосы России. В общем, госпиталя были переполнены, болезни, дизентерии и прочее, прочее. И в связи с этим он понял, что успеха мы не достигнем, и остановил это наступление. Англичане же требовали и при этом не помогали. Вот. Тогда Евгеньевич, в общем-то, самостоятельно это отвел войска, за что его вызвали в Петроград во время правительства и сказали, что вы отстранены за самоуправство, что надо было продолжать. Но поскольку уже этот темп был потерян, и вот действительно надо было просто либо передислоцировать войска, снабдить их всем необходимым, но действительно там и падеж лошадей был, и все, но тогда автомобилей-то, особенно на Кавказском-то, наверное, вообще очень много. Но это уже не Кавказ, это Ирак уже. Ну, я имею в виду туда. Там, понимаете, что такое Кавказский фронт Первой мировой? Это по остаточному принципу, к сожалению. Почему? Потому что, во-первых, Турция позже вступила, когда мы уже были полностью погрязли уже со Австро-Венгрией и Германией. Там уже произошла и знаменитая Галицийская битва, которая тоже унесла много людей, и Восточно-Прусская операция. И когда осенью, наконец, турки все-таки... наша вообще дипломатия делала все возможное, чтобы Турция не вступила в войну. Потому что вот представим, что во Вторую мировую турки бы напали, все было бы. Когда немцы под Сталинградом, под Грозным, и еще Турция нападает. Вот. А мы это выдержали, такой удар. Вот. Поэтому Юденич поплатился вот именно. Но это было грамотно, потому что не верить Юденичу. Это, кстати, генерал как бы суворовской школы. Он за всю Первую мировую войну не потерпел ни одного поражения. Он только наступал и бил турок. Причем, ладно бы, наступал и бил малыми силами, по остаточному принципу. Ему не давали. Это хорошо, ну, вернее, плохо, что сместили Николая Николаевича младшего, верховного командующего, и назначили на Кавказский фронт. Ну, по крайней мере, для Юденича это хоть было облегчение, что, пользуясь вот этим авторитетом, хоть что-то туда могли давать. Вот. Поэтому там действительно и снабжение все. Это еще слава богу, что турецкая армия, несмотря что там у нее и немцы всячески поддерживали, инструкторы были у них, немецкие и прочее, все-таки, конечно, на несколько порядков отставала от русской армии. Вот. Если, например, Австро-Венгрия немного не дотягивала до нашей, а немцы сильно прославили, то турки, конечно, отставали. Вот это было и спасение хотя бы наше. Потому что там действительно обстановка была очень тяжелая. Тем более нам приходилось воевать не только, собственно, на направлении на Турцию, но вот именно на Месопотамию, вот это вот и так далее. Тем более у них были с Персией там вот планы. Нам пришлось сюда тоже войска вводить, чтобы обезопасить свои тылы, Баку прежде всего. Вот. Ну вот этот Месопотамский фронт, да. Тем более, кстати, турки, хоть вот мы их недооценим, а вот Донецкая операция союзников, там, ну, вот этот Танзак, австро-новозеландский корпус, они же его, можно сказать, разбили, хотя там патриотизм был со стороны англичан и прочее, все очень сильные подвиги были, и все равно не смогли. Да, англичане там 200 тысяч потеряли. Да, вот так что турки тоже серьезно.
Так, еще какие вопросы? Можно вопрос? Называйте себя, пожалуйста. Каринский Сергей. Расскажите, пожалуйста, вот как происходили, на основании каких требований, критериев, там, правил проходили увольнения генералов в самом начале, на самом начальном этапе, после появления временного правительства? Ну, во-первых, как я уже сказал, что фактически из таких крупных фигур только граф Келлер, генерал-командор дивизии, корпусного командования, отказался присягать во время правительства. Все присягали, я говорю, в том числе и потом уволенные и Брусилов, и Юденич, ну все. А отстранение происходило, ну, как, я бы так сказал, по бытовому сказать, ну, разными путями. Ну, во-первых, какие-то там доносы, какие-то подсиживания, вот, просто страх временного правительства перед нелояльностью офицеров, они всегда, как и царское правительство, везде декабристов видели, вот это вот, что-то, заговор военный. Вот, поэтому отчасти так было, ну, разными путями. Ну, мне, конечно, честно говоря, вот эта безумная политика временного правительства в годы войны, ну, присягнули, наверное, все. Ну, как можно вот так кадрами такими было? Ну, кстати, и шло огромное движение, такое выдвиженчество. Я сейчас фамилии особо так не помню, но очень масса. Кто из каких-то капитанов, в общем, февральскую войну встретил капитаном, а уже октябрь фактически полковники, а полковники генералами стали. Они, кстати, очень много тоже производили в генералы. Причем не обязательно это талант, скорее всего, наоборот, а именно вот эсеры такие пламенные. В общем, короче, по принципу преданности режима. То есть это происходило с подачи советов, комитетов? Не, советы в этом плане. А что могли советы? Солдаты. А кто там советов заседал? Они генералов в глазах никогда не видели, ничего не могли. Это происходило с подачи, в общем-то, других, скажем, генералов. Это в военном министерстве, там, в ставке. В общем, ну, любая нелояльность, любое там пререкание с временным правительством, ну, это особенно вопрос о летнем наступлении. Временное правительство, там же люди, в общем-то, не военные, они не представляли, в каком состоянии армия. Генералы им докладывали, что мы не можем справиться, ну, не можете, давай в отставку. Собственно, так и Брусилов оказался в отставке. Когда он сказал, говорит, что армия так не может, в общем, в таком состоянии, что надо какие-то меры принимать, там, ну, как говорится, дисциплину вводить, такую, правда, Керенский не уточнял. А Керенский Брусилов так глаза и заявил на этом последнем совещании, говорит, кто, говорит, не может, говорит, себя перебороть, приспособить, скажем, в революционное время, пусть уходит, пусть не насилует себя. Ну вот, а Брусилов все равно смолчал, хотел остаться, видать. А на другой день приходит телеграмма, говорит, сдать дела Корнилова. Вот. А с Корнилова он еще круче поступил, вообще мятежников обозвал там все. Так что временное правительство, мы зря считаем, что это реакционное, но как бы, можно сказать, сверхреволюционное. Ну, в общем, как большевики потом впоследствии действовали, как вот в 37-м, вот такие чистки, только там расстреливали большевики, а здесь просто в отставку. Пускали домой. Да. Не, ну тогда об этом речь. Да, Корниловцы-то и то, сколько, 20 человек с чем-то было, их держали, вообще они могли уйти в любое время. Но они ушли только тогда, когда, ну, вернее, и то по приказу Духонина, только тогда поняли, что теперь-то их ждет ведь не суд присяжных, а скорый большевистский, так сказать, пролетарский суд. Ну, за 5 минут, и, как сказал Чехов, там, если еще допросят. Так, что... так, хорошо. Какие еще вопросы, Володя, Кордаевский? Кордаевский Владимир Александрович. Вот насколько Солженицын, он уже описывает во втором узле, по-моему, события того периода, насколько он ближе к историческим фактам, или это все-таки больше художественный театр? Ну, там достаточно близко. Почему? Потому что я так понимаю, даже вот по его описанию, он хорошо изучил мемуары тех лет. У нас, вот, понимаете, нет великого произведения Первой мировой, как вот на Западе. Там, скажем, на Западе, помните, без перемен, там, прощай, оружие и так далее, огонь. Борьбусь и так далее. У нас такой вещи нет, но зато у нас осталась масса мемуаров и дневников офицеров, генералов, ну и даже гражданских лиц. Вот там Станкевич, комиссар ставки, оставил очень хорошие такие отдельные воспоминания. Керенский, там, Милюков, ну очень-очень много. Поэтому, мне кажется, он пользовался вот этими мемуарами,
достаточно близко к исторической правде, скажем так. Назовите себя, пожалуйста. Да, Сергей Дворянов, доцент МГТУ ГУА. Я не историк-философ, сразу скажу. Вот. Но, тем не менее, вот доклад озаглавлен «Трагедия русской армии. Новый взгляд». Ну, может быть, не знаю, что нового, может быть, глубинный какой-то взгляд, да? И в чем трагедия-то, собственно говоря? Ну, просто если, так сказать, попытаться дать определение какое-то, то есть... Мне кажется, что, ну, блестящий действительно доклад с исторической точки зрения, но чтобы вот не углубляться в священную пыль веков, а какие-то параллели все-таки, вот, ну, как бы сегодняшним, да, сегодняшним контекстом, ну, тем более, вот, февраль, вот, захватили. Вот мне кажется, что, когда вот вы говорили о троевластии, да, если глубоко смотреть какие-то историосовские концепты и какие-то вот, ну, какие-то такие методологические выстраивать, ну, так сказать, пульсы, что ли, истории, то вот, вот сам дух с вот отречением Николая Романова, с тем, что вот временное правительство, так сказать, не сформулировало какой-то более-менее четкой идеологии, то есть сам дух, даже вот эти братания, то есть сам дух действительно священной войны, он не присутствовал. И поэтому трагедия армии, эта трагедия была идеологическая больше всего, вот как мне кажется. И вот мне кажется, что если вот, я не знаю, просто вот, мне было очень интересно выслушать слово председателя в начале вот, дискуссионного клуба, в самом начале, что вот это такая площадка, где различные мнения высказываются. Мне кажется, что было бы очень продуктивно вот этот все-таки доклад как-то связать с сегодняшним днем и какие-то провести мостки, вот, и чтобы как-то понять, то есть вот... Так, кстати, армия действительно в России в связи с большими пространствами это очень мощная и важнейшая институция. А что вот как сейчас-то, что как? Мы можем каким образом повлиять, есть, чтобы извлечь уроки истории? Или мы будем только все-таки вот как-то ностальгировать в священную пыль веков и просто вот констатировать, что вот тогда, а сейчас-то как нам, что делать-то? Я просто еще почему это говорю, потому что сам как бы офицер, я уволился, вот, но... Вот интересно, любопытно. Если можно, я свой вопрос добавлю, потому что в этом же контексте. Вот я читал разные источники, я не такой, конечно, я не специалист в этих вопросах, как вы. У меня возник такой вопрос. Вот известно, что Великая Отечественная, а фактически Третья Великая Отечественная, то есть война 41-45 года, фронтовые 100 грамм, это все в норме, это узаконено. И сейчас уже все больше рассказывают, это уже не сенсация, что когда они дошли, наши войска, до Польши, а потом до Германии, были просто массовые изнасилования, 100 тысяч обращений, 150 тысяч обращений. Одна немецкая журналистка все время от меня добивается, чтобы я об этом написал. То есть для немцев это, вот если, это не тема для шуток, это тяжелейшая травма, и это еще не выплеснулось, не вышло. Да? А вот если взять русскую армию, то, во-первых, сухой закон, во-вторых, скажем, если брать более давние времена, в 813 году наши войска вошли в Париж, и Александр I распорядился, чтобы французские жандармы, если они видят хотя бы одного русского выпившего, чтобы они его задерживали и строго наказывали. Откуда и пошло это? Бистро-бистро. Конечно, они выпивали, это не идеальные люди, но это было вне закона, это было нарушение. И... А вот теперь и вопрос. Вот, во-первых, принимаете, вы согласны с этой трактовкой? То есть русская армия была гораздо более дисциплинированная. Она себя вела совершенно по-другому. И, как ряд источников показывает, это роль полковых капелланов, это роль священников, которые отработали такой религиозно-психологический подход и механизм, который позволял снимать вот те инстинкты, которые, конечно, у людей бывают в такой ситуации. Вот как это получалось? Была ли русская армия более дисциплинированной? И за счет чего это удавалось сделать? Вы рассказали о распаде, о расколе, о том, как она была разрушена, и временем, и тем более большевиками. Ну, еще как добить до конца. Ну, да, ну, мне отвечать, да? Да, вам отвечать, конечно. Ну, во-первых, насчет этого, трагедии. Ну, конечно, если армия не стала, то, конечно, трагедия. Начнем с этого вопроса. Теперь насчет вот с вашего, насчет вот дисциплины в армии. Я же говорил только о 17-м годе. Там действительно роль полковых священников до революции была сильна и так далее. Но в 17-м священник
в общем, упразднили, ну, да. Это раз. Во-вторых, всем заправляли солдатские комитеты, и я могу просто назвать такое, привести пример, вот, какой я зачитывал, я сейчас просто по памяти расскажу. Значит, во время, чтобы было все понятно, насчет нашей дисциплины, значит, во время летнего наступления, вот когда солдаты отказываются, но некоторые все-таки шли. И вот когда шли, говорю, там слетали просто артиллерийским огнем вражеские позиции, они без препятствий шли, в общем, противника нет. И вот один полк наш зашел в какой-то маленький австрийский городок, чистый, аккуратненький, потому что противник сбежал, все. Наши войска справа-слева прошли дальше, а им, не знаю, понравилось, в общем, целый полк. Они стали там пьянствовать, значит, сначала пропили все, что у них было, деньги. Потом они стали просто уже грабить магазины, нести все это в кабак и так. Когда все выпили, это запасы... Это лет 17-го? Да, это лет 17-го. Когда все выпили, они принялись насиловать всех там, как, ну, это, по крайней мере, по австрийским документам, что там от 14 до 70 лет они все женское население насиловали. Вот. Ну и австрийцы, это, ну, это, конечно, утка, это не, ну, что-то было, что-то нет, но где-то процентов 80 правды есть, конечно. Так вот, наши знали об этом, он знал Корнилов. И когда ему это доложили, а уже смертную казнь вели, вот, он говорит, ну вот, ребят-то надо спасать. И поэтому они послали казаков, в общем, справа-слева, чтобы это, и вывели этот полк, чтобы, говорит, если они всех перевешивают, говорит, если, говорит, австрийцев поймают, их всех повесят. Надо, ведь хоть и сволочи, говорит, но наши. И вот любитель дисциплины Корнилов что делал, спас их, и никаких действий не предпринимал. А тогда комиссар военного правительства Станкевич к нему со скандалом говорит, так нельзя, говорит, надо наказать. Вот. Они насильники, они насилуют женщин. А на что Корнилов говорит, ну насилуют-то они, говорят, все-таки не наших женщин, а вражеских. Вот примерно, да. Вот по поискам Станкевича. Представьте, пожалуйста. Рубинович Исаакчик, Московское объединение литераторов. Я хотел вот первым задать такой вопрос. Ну, то, что было в 17-м году, это было смутное время. Это было обыкновенное смутное время. Пытался Корнилов и Деникин сыграть роль князя Пожарского, но у них от ни одного, ни другого не получилось. Потому, значит, в смутное время, до минимум Пожарского, вооруженные силы тоже распались фактически тогда. Там тоже все было Другие были. Теперь, значит, самое... Они не знали, Дмитрий идет или Лжедмитрий, не могли стрелять. Если это русский царь идет, то они не знали, что делать. Вот есть в ту смотру. У нас речь шла об армии, да, которую создал Петр. Вот она существовала с петровских времен. Теперь второй вопрос. Значит, вот я просто через родственников своей жены знаю. Вот братья ее деда, двое были, полковники оба, значит, их солдаты запретили расстреливать. То есть сказали, никого, вот этих двух полковников Емельяновых на разных фронтах. В каком вот году? В 17-м году. Ну вообще, я могу сразу ставить, что в 17-м никаких расстрелов офицеров не происходило. 17-м или 17-м. Вообще, вот после октября... Они ушли потом, они в Турцию. Адмирал. Я сейчас объясню. Они в Турцию ушли потом вместе с этими самыми. Они ушли в Турцию, эти самые братья, дед погиб у нее. Вот, значит, но их вот известно семейное предание, что их за солдаты отобрали у комитетчиков, сказали, нет, вот этих мы с ними воюем с 14-го года, и вот этих вот полковников, вот ни за какие коврижки нет. Вот, то есть, случаи были всякие. Теперь по поводу вашего примера. Мне всегда страшно то, о чем вы говорили, но надо отдать должное, что наполеоновские солдаты такого, как вермахт, не делали. Конечно. Это тоже значение имеет, наверное. Они бегали по дворам, просили хлеб. Откуда возникло русское слово «шарамы»? Ну да. «Шарами» дайте, да, послушайте, да, дорогой друг. Дайте. Да. Дайте. Это немножко по-другому. Вот что я хотел сказать. Да, насчет вот этих расстрелов офицеров. Ну, во-первых, рецидив был только в февральские дни 17-го года, когда еще без власти после этого дела. Потом во время Корниловского выступления тоже были. А вот все как ни странно, когда после 25 октября вот фактически убийство Духонина, вот такой вот спровоцированный Крыленко, как я считаю, ну, Крыленко, как говорят, что это народная масса по пьяному делу, как-то, ну, это дела. Вот, вообще убийств не было, ни расстрелов, и такого вообще не было. Их просто изгоняли из армии. Вот это завершающий этап демократизации в чем заключался? Переизбрать команде выборность командного состава. И поэтому зачем убивать полковника, когда можно рядовым сделать? А если он старый, иди домой. Вот, а так встань в строй, погоны снял, вот.
уже не было офицеров, по сути. Большевики практически, вот когда декрет о демократизации был, это где-то ноябрь, они отменили погоны, знаки различия, все награды, кроме георгских солдатских крестов. Вот. Но офицеров не так их много было. Вот. У кого были, те уже. Вот. Так что вот, ну и какие там офицеры, когда люди без погон пошли. Поэтому эксцессов практически не было. Надо отдать должное. Во флоте. Ну только нет, эксцессы были, я очень многочисленные. Достаточно посмотреть даже те, что большевиками издавались тома «Революционное движение русской армии», где приводятся рапорты командующих фронтами армии. Там полно случаев убийств офицеров, самосудов над офицерами, особенно после 1 декабря, когда было приказано снять погоны. А многие снимать не хотели, и эти поплатились. Так что это неверно. Восемьсот случаев только зарегистрированных самоубийств офицеров на этой почве. Несколько сот убийств их на фронте. Вот. Не говоря о том, что когда эти массы двинулись с фронта, то тысячи офицеров погибли от рук своих солдат, убитые на эшелон, выброшенные из эшелонов, убитые на станциях и прочее. Не на фронте, вот. Нас в стране. Вот но документы, во всяком случае, по кстати. Большевики еще как смогли худо-бедно продержать армию вот эти 2-3 месяца. Они создали, я вот об этом не сказал, сейчас скажу, военно-революционный комитет, так называемый. Причем создавало их и командование. Те же, только они, может, не большевистские были, это помимо уже солдатских комитетов, помимо комиссаров и временного большевистского, там уже 5 властей иногда было в армии. Вот. И вот эти, по крайней мере, ревкомы, они такие гасили. Ну, были как бы перестрелки, захваты штабов, все, но это бескровно было. Во всяком случае, расправ, я не, таких не знаю, это просто мы о разных периодах говорим. Да нет, но январь 18-го года... Январь, я не говорил о январе. Если кончается фактически началом перемирия. А тогда уже все, войска отвели, дело производства почти не велось, поэтому что было, это можно только по мемуарам писать. Я говорил по документам. Даже в советских фильмах. Пожалуйста. Нет. Назовите, пожалуйста. Евгений Клюзов, советский писатель. Понимаете, даже в советской, при советской власти, в советской литературе, прошедшей цензуру, во всех советских фильмах, этот период, декабрь-январь 18 года, значит, он, как говорится, по этому поводу всегда, мнение было однозначно, что революционные солдаты и матросы в порыве, значит, революционного энтузиазма, а умные большевики их придерживали. Это я, так сказать, вынес такое впечатление из нашей советской литературы. Но более того, вот женщина, которой было в то время 80 лет, в 1970 году, которая коренная москвичка, значит, фамилия ее была Гнучева, вот если вам что-то я говорю, значит, она мне рассказывала, что на Лубянке, где была гостиница, происходила запись в Красную армию. Это примерно 20 января 1918 года. Ну, я не могу точно дату назвать, но примерно там. Были разосланы повестки всем царским офицерам, которые в то время находились в Москве. Все они пришли в эту гостиницу, во двор, во внутренний. После чего ворота были закрыты, и предложили записываться в Красную армию. Кто хотел записываться, уходил, значит, там какую-то дверь. Остальные остались во дворе. Трупы вывозили, после того, как пулеметы выставили в окна, в течение недели. И она выкупала своего брата за деньги, с подводы. Это рассказ как из человека, который там присутствовал. Я верить этому человеку, не верить, это другой вопрос уже, понимаете? Нет, а вот мне интересно, вот что исторические документы по этому поводу говорят. Я хочу сказать по такому поводу, что я говорил о действующей армии конца ноября, потому что в декабре, как я сказал в начале, заключили перемирие и стали в пожарном, так сказать, темпах сокращать армию, демобилизовывать ее. И что было вот при этой демобилизации, когда уже ни офицеров, ни солдат не было, уже прошла демократизация, уже там все выборное начало, там же армия как таяла, там же не полками сокращали, дивизиями, а людей по возрасту. И поэтому
редели эти полки, все, полк сварился в роту, сам эта дивизия в полк, это еще уменьшалось, армия таяла на глазах. Что было в этот период, я это не рассматривал. А по крайней мере, пока были ревкомы, пока был вот этот вот период до, еще война продолжалась до заключения перемирия. Никаких эксцессов не было. А сейчас в случае захват власти большевиками на севере, на северо-западных фронтах прошел без эксцессов. В самой действующей армии. В тылу было по-другому. Другое дело, что вот когда Корнилова приказом Духонина отпустили всех генералов из Быхова, так он пробирался на Дон, наверное, вот почти до декабря, и несколько раз попадал в засаду красногвардейскую, там под ним лошадь убили и так далее. Так далее. Да, убийства были, но не в самой армии. Но в самой армии, во всяком случае, по документам, таких вещей не было. Там, вообще-то, в этой борьбе за власть в армии, после октябрьского периода, вот, это значит ноябрь, фактически ноябрь, оно все было перемирием, все было кончено, что войны нет. И, ну, вот, я посмотрел, участвовало, ну, если армия была, грубо говоря, 7 миллионов, то это участвовали единицы. Какие-то отряды, там, которые при ВРК, там, человек 200, которые штаб, там, сменяли вот этих часовых, там, большевистских, там, заменяли и так далее. Такие у них были трения. Вот, допустим, на Румынском фронте, где Щербачев был командующим, на него сделал покушение, как кто-то из этих, из комитетчиков, из ВРК, большевик. Но так его даже не расстреляли. А прибывший туда Рошаль, комиссаром из Питера, что он назначен. Вот он был при невыясненных обстоятельствах убит. Никто его убил. Ну как вот Духонина убили, это убили. Вот всего ряд таких из крупных деятелей относительно, двоих могу назвать. Ну, какие-то эксцессы мелкие были, но каких-то вот крупных, вот летом даже, 17-го года, когда восстание там полков было, все, там больше жертв было. И во время Корниловских дней. Вот. А вот как ни странно, после октябрьский период действующей армии было тихо. Там, я говорю, участвовал там, может, 5% с той и с другой стороны в борьбе за это, за власть. А власть-то в чем заключалась борьба? За штабы, за средства связи, вот и все. Захватить штаб, поставить его под контроль. А когда демократизация уже большевистская началась, это в первые же буквально дни, то, значит, выборность командующих и так далее. Вот. Поэтому все это достаточно мирно. Тогда простите еще одно маленькое замечание. Да, непонятно, с чего это вдруг все белые, бывшие царские офицеры, вдруг побежали на Дон и стали организовывать добровольческую армию. Так не вдруг они побежали так. Вот из Румынии, например, достаточно вот Дорожковцы там шли достаточно долго. Там, потом, допустим, Корниловский полк, он так сохранил свое название в славянском переименовании. Это не в первые дни, как говорится, было. В общем, все ждали. Ну, мне кажется, тут эффект вот какой. Эффект неопределенности. Когда большевики захватили власть, ну, поскольку мы понимаем, средства связи были иные, газеты там пока доходили, все ждали, что это, как говорится, советская власть на две недели. Все думали, что вот. Вот. А потом еще вот что. Это наивная вера людей, в том числе и офицерства, да и солдат, учредительное собрание, что ну и что, что большевики не вытерпели, а вот собрание соберем, и они там им много не достались, там какие-то степенные портфели. И действительно, фронт проголосовал только 38% за большевиков, это мало. И большевики это знают. Так что народ еще надеялся, что мирным путем все. А потом, когда уже первая кровь пролилась, вот, а армия-то, я говорю, она уже таять стала. И, ну, первый месяц там было тихо, вот это за это я ручаюсь. Можно вопросик? Пожалуйста. Масловский, я член корреспондента РАЕН. Меня вот интересует, я, как говорится, философ тоже. Я вот, поскольку по названию соответствие, хочу все-таки понять новый взгляд. В чем, собственно, визна взгляда? На что? Я хочу узнать на причины неуспешности русской армии в тот период, который излагается. В чем вот новый взгляд на причины неуспешности? И, может быть, причины неуспешности, связанные с действием и государственной власти, как-то вот, так сказать, вот более так это сказать. Ну, в двух словах. Новый взгляд, во-первых, потому что раньше как утверждали, что армию разложило временное правительство, дескать, своими там неумением, там это смещение. Другой взгляд, что армию развалили большевики, как сейчас. Вот. А я бы хотел сказать, что, во-первых, и те, и другие, и плюс, и сама-то армия, в общем-то, оказалась неподготовлена. Вот, ну, наш народ, человек оказался, как я показал, вот. Ну,
то вот самое интересное, такой же пример. Значит, в 16 году прошел знаменитый Гурсинский акт. Сколько награжденных больше всего георгиевских кавалеров получило за этот как раз за эту операцию. Так вот, через год в тех же местах те же солдаты отказывались воевать. Вот в чем эффект, в чем. Я хочу понять роль монархии в развале российской и русской армии. Так и развал. Вот роль-то, вот это мне. Ну, во-первых, я не брал роль монархии, ее уже не было. Как не было? Моему моменту, как? О чем я говорю. Подождите, вы же как раз вели. Я же с февральской февральский, а ну до февральской это что? А я же не говорю, я только с февральской. А до февральской не было развала. Не было никакого развала. Был, но не в такой степени. Было прекрасно до февральской. Не, ну был в такой степени, как хотели. Назовите, пожалуйста, назовите. Назовите, пожалуйста. Владимир Григорьев, литератор, не философ. У меня такой вопрос, может быть, вы подскажете, Николаевич, есть такое понятие ну, в вооруженных силах, как вот мощь соединения, то есть залп, так сказать, один. Насколько это изменилось вот, с 14-15 года по 17-го, дивизии там, или полка русской армии? Ну, они, чтобы создать больше количества частей дивизии, вот, они перешли, ну, во-первых, ликвидировали бригады, дивизии свели. Ну, в общем, дивизия стала меньше и по размерам, и по огневой мощи. Зато появилось больше их количество. Вот. Ну, еще за счет второй, третьей очереди солдат. Вот. Как вышло снижение. Конечно, конечно. А это во всех армиях. Да, почему? Потому что как бы ресурс обученных солдат сокращался, новые обучались хуже, ну и потом людские ресурсы постепенно ну, все-таки таяли. Я не говорю о глобальной подготовке, а как еще чисто о техническом понятии, как бы технические ну, понятия. Ну, они стали, ну, они, во-первых, тоже там Куропаткин, что ли? Оснащение. Да, по-моему, это Куропаткина идея была вот, действительно снизить численность вот, дивизии. Там сколько? Ну, рот меньше стало. Нет, я имею в виду, как бы, скорее, очень недельный результат этого снижения. Вот такой, железо. А, взрывчатку и так далее. Нет, да, в смысле, насыщенность... Ну, да, да, насыщенность. Не, ну, насыщенность зачем? Росла, не, росла постоянно. Вот, да, количество человека, допустим, в роте уменьшалось, но это вот... По-моему, это Куропаткин вел, я просто это был где-то чуть ли не 15-й год. Вот. А огневая мощь повышалась, естественно, потому что, во-первых, мы преодолели этот снарядный город, патронный город, наладили производство винтовок, закупали, вот японцев в частности много. Потом еще самое главное, в ноябре 16-го была пущена, это был открыт этот город-порт Мурманск, закончено строительство Мурманской железной дороги, а там не замерзающее море. И мы напрямую второй получили фронт. Уже, да, немцы Роман. Там очень мало хулиганили, ну, топили, конечно, но не сравнить со Второй мировой, где близко. А до этого Архангельский порт только замерзающий, и одна одноколейная дорога. Вот. И, ну или Дальний Восток, или через... Как бы технических причин для армии не было. Не было, наоборот, это, я говорю, в 17 году артподготовка была такая, что гусы просто снились. Сергей Николаевич, вот такой вопрос очень интересный, чтобы актуализировать все-таки, и вот к современности вернуться. С метаисторической точки зрения, почему-то я затронул сам смысл слова «трагедия». Не кажется ли вам, что вы упомянули о конфликте Корнилова там, с Керенским и так далее, конечно, там история не терпится слагательных наклонений, что было бы, если бы то, если бы все. Но с метаисторической точки зрения, вот был некий процесс, и русская армия была обречена, вот как мне кажется. Почему? Потому что все-таки большевики предложили более продуктивную идеологию. Вот, а на тот момент, как бы вот в условиях этого идеологического вакуума непонятно, за что воевать, что защищать. Вот, и когда братания тоже представляется некой такой ценностью демилитаризации, там, свободы, а тем более русский человек, он парадоксально непредсказуем, он любит из одной крайности в другую. Вот. И в этой связи, то есть была обречена русская армия, потому что вот более продуктивная идеологема была задана, она давно уже была задана, она там в народ как-то внедрялась там, и так далее. И, то есть, ну вот, возможно было только такое развитие событий с какими-то плюсами или минусами. Может быть, не было конфликта Керенского вот, с Корниловым, был какой-то другой конфликт, но все равно он бы так бы был бы решен не в пользу Корнилова. Вот, и в этой связи, мне хотелось бы, вы как историк, чтобы все-таки, ну нам же все-таки любопытно, мы сейчас здесь живем, потому что не каждый, ну, может позволить себе эмиграцию в прошлое, вот куда-то уйти там и так далее. Какие-то коридоры... возможности, реалий, да, вот современного контекста.
Вот, скажем, Россия сейчас, вот в 21 веке, мы живем в условиях уплотнения процессов глобализации. Да? То есть, вот, ну, так сказать, мы занимаем большое пространство. Нужна ли нам армия? Может быть, действительно пацифизм – это чудо. И это может быть такая идеологема, которая нужна и нужно задавать. И надо брататься, и надо говорить, что и не надо мир без войны. Например. А может быть и нет. То есть я хочу что сказать. Вот давайте обрисуем какой-то такой контур. А что по-вашему представляется? Какое развитие событий? Или скажем, может быть так, может быть так. Вот такие-то мифологемы, вот такие-то идеологемы. Чтобы, ну, действительно, ну, здесь интеллигенты с очень высоким уровнем КПД, IQ и так далее. Вот, ну и какой-то такой брейнштурм вот на эту тему. Мне вот само просто это, интересно. Конечно, очень серьезный вопрос, на мой взгляд, немножко другая тема. Другая тема, но тем не менее, ваша экспертиза как историка, ваша гражданская позиция как человека-гражданина. Вот, ну, сейчас я попробую сказать, ну, во-первых, конечно, слагательное наклонение истории не терпит, но я скажу, что могло быть. Во-первых, вот я уже упоминал о батальонах смерти, вот этих вот, хотели из них добровольческую армию потом и отдельно создать, но ничего общего, конечно, не имеющего с гвардейцами. Вот, еще Духонин, я про него говорил, он начальник штаба Ставки стал, и Керенский после Корнилского выступления дал ему задание, чтобы с армией надо что-то делать. И Духонин подготовил программу сокращения армии прямо в условиях войны практически до полутора, ну, чтобы осталось там не 7 миллионов, а где-то там, ну, может, 1,5-2 миллиона всего-навсего. Он посчитал, зачем это держать на фронте этих шкурников и дармоедов, которые ничего не делают, лучше заменить их вот людьми, ну, специалистами, так скажем, которые, георгские кавалеры, которые хотят и могут воевать, ну и плюс новые вливания после школ прапорщиков и так далее. В общем, сделать ее более так, насыщенной в огневой мощи и более такими патриотически настроенными там, так, гражданами. Вот. Такой проект был. Он подготовил, Керенский его одобрил, все, но большевистский переворот не дал, так сказать, даже и близко это осуществить. Теперь, почему погибла армия? Она бы и не погибла, если бы большевики не захватили власть. Худо-бедно мы бы довоевали. Потому что я же вот не зря сказал, Мазунское сражение, последний всплеск патриотизма, может, еще были бы. И далее. А Рижская операция. Все вот говорят, вот сдать немцам Ригу, там все, это предательство. Это все не так. Ригу планово сдали. Почему? Потому что там одну номерную армию сняли на летнее вот это наступление. Немцы это знали. Еще Брусилов, еще не будучи снятым с своего поста, говорит, следующий удар будет Рига. Наши сдали. Но перебросить туда целую армию за этот период, за 2-3 недели, невозможно. Немцы этим воспользовались. Поэтому мы ее планово сдавали. Потому что цель была не Рига. Мы всегда не за метр земли держать, а спасали людей. Вот в русской армии, никогда мы не держались за какую-то территорию. Надо и царство польское оставим за 2 недели, если понадобится. Вот. Поэтому нас, это 12-ю армию, мы хотели прижать к морю и либо пленить, либо уничтожить, если она так. Значит, либо Рижский залив сзади немцы. Все. Вот. Это не вышло. Наши с большими потерями для немцев отошли, сдали Ригу, вышли на заранее приготовленные еще в 15-м году венгерские позиции, и там немцы захлебнулись в своих атаках и прекратили наступательную эту операцию за ее, так сказать, незавершенностью и невозможностью выполнить. И вот второй этап, морской, это вот Мазунское сражение, тоже показало, они там мы намолотили очень много, они потеряли силы, тоже прекратили из-за больших потерь. Вот, хотя считают, что и Мазут мы проиграли, и Рижскую, но на самом деле это не так. Вот, армия могла воевать, и воевала бы, а если бы осуществить духовенскую реформу, то вот. И война бы, конечно, кончилась не 9 там, ноября, 11 ноября 2018 года, а может быть где-нибудь летом и так далее, или весной. Тогда мне в этом же контексте можно вот такая реплика и вопрос. Все-таки интересно, конечно, сравнивать. Вот Вторая война, Первая война, Великая Отечественная и... Значит, Великая Отечественная война 41-45 года. Несколько цифр назову. Значит, наша армия, советская, Красная армия, советская армия, превосходила войска Третьего Рейха с первого до последнего дня. Был численный перевес. Что же касается техники, то, ну, назову такие цифры, несколько цифр. Значит, немцы сосредоточили на границе 2000 самолетов. В то время как Красная армия имела 20 тысяч самолетов. За 1942 год в нашей стране вот эти пацаны, которые стояли у станков и на коробках, да, чтобы дотянуться, вот было выпущено, произведено танков больше за 1942 год у нас, чем Германия за всю Вторую мировую войну. То есть колоссальное производство военной техники. Плюс к этому вот вещи, которые
на мой взгляд, очень мало известно, потому что они, сейчас я знаю, что это, все эти высказывания Сталина уничтожались. Они никуда не попали, они нигде не записаны. Но Хрущев в мемуарах, которые вышли совсем недавно у нас, пишет, и он с таким эмоциональным, потому что я...